Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я из России, город Челябинск. Я художник. Правда, профессионально картины пишу не так давно, с 2020 года. Несмотря на то, что имею художественное образование, до 2020 года писала очень редко. В основном это были картины в подарок родственникам на дни рождения. А с 2020 года активно начала писать просто так и на заказ. Пишу портреты, пейзажи. Интерьерные, абстрактные картины, но моя любовь, конечно, это пейзажи. Для конкурса хочу представить вот эту вот работу. Это одна из моих последних работ. Озеро Морейн находится в Канаде, ледниковое озеро, очень красивое живописное место. Вообще писала впервые на таком достаточно крупном формате, именно классический пейзаж маслом с деталировкой. До этого приходилось на больших форматах писать, но это были абстрактные интерьерные картины, акрилом писала их. А классический пейзаж маслом на таком размере впервые написала. Надеюсь, картина удалась. Мне очень интересно и важно мнение квалифицированного жюри. Надеюсь, картина понравится. С нетерпением жду результатов конкурса.